Перевязывать будем. Так, ну что будем думать? Там все. Там я промыла. Осторожно, промыла? Саша, может, грязь прочь? Ну, нормально, нормально, что видно. Надо грязь же эту все убрать, потому что это иначе не заживет. Дать пинцет? Не надо. Тихо. Она вот тут волосы, все это налипло, поэтому я мясо не трогаю, за шкурочку только берусь. Там салфетки вон там все. Дитё такое терпеливое ищу. Тихо, сейчас лапочку вторую очередь. Сначала попу обработаем. О, Господи. Нам подготовить его к операции. Всю эту грязь надо, чтобы до операции... Тихо, по попе там! Чтобы до операции вся эта грязь, она ушла. Давай попробуем. Пинцетом, Валь, не будешь чувствовать, за что берешься. Ну это да. Это да, Наташ. Это все грязь, вот это, бедное дитё. Все живое, Наташ. Врач вчера сколько мог очистил. Свет закрываете, Саша. Над плечом встань. Нет, над плечом так встань. А я приподниму вот здесь. Да, мой золотой, сейчас, осторожно. Тихо, моя солнышко, тихо. Так, все, кидай. Перекись, еще не видно. Сейчас, подожди, верни. Тихо, солнышко. Минут, две минутки, все. Ну, чуть-чуть, вот это тихо. Чуть-чуть еще отвали. Все, сняла. Отлично, все, мой золотой. Тихо, солнышко, тихо. Она еще вот тут хвост. Так, Сереж, держи ему. Здесь. Я попу приподнимаю, а ты держи, пожалуйста, плечики. Хвост посмотреть. Еще. Я здесь верхнюю тоже немножко налей. Ага, вот здесь посмотрим. Тихо, мое солнышко, тихо. Фух. Вот тут мне что-то не нравится. Вот оно. Тише, молодец. Тихо, мой хороший, тихо, мой зайка. Тихо, солнышко, сейчас, мой золотой. Сейчас, мой маленький, сейчас, все. Ну и хвостик немножко. Всю грязь эту хотя бы чуть-чуть снять. Хоть немножко. Давай сегодня сильно не будем стараться, а завтра... Сейчас вот твоя еще, Валя. Я знаю, чтобы хоть... Малыш, терпи, а. Может, пинцетом потихоньку попробовать? Валь, ты пинцетом не будешь чувствовать, куда хватаешься, еще хуже будет. Ну ладно, все, сколько могли, Наташа, остальное завтра отмокнет грязью, этим мазью. Фух. Тут чуть-чуть. Она тут уже вот отмершая все равно, да, Валь. Да, я знаю. Ну и с хвостиком чуть-чуть попробовать. Ну, хвостик все равно удаляться будет, Наташа. Хвостик удаляться будет, хвостик не трогай. Вот как есть, ты его не трогай, лишнюю боль, чтобы не было. Он удалится во время операции. Все, все, малышка, все, все, все. Этот кусок будет удаляться, все. Наташа, все. Ну, теперь мазь. Так, давай так. Придумаем сначала, как... Тихо, деточка, тише. Сереж, возьми лапу вот эту. Сереж, лапу. У нас гонолинки нету, ну что хреново. Есть хоть немножко? Нет, нет, вообще нету. Я забыла. Гонолинки вообще нет. Так, вот. А теперь посмотрим. Я туда сунула мазь сегодня. Я поняла. Но... Тихо, деточка. Давай, давай салфетку просто и все. Но салфетку под попу и на попу. Ага. Нет, раскрой себе.
Не надо ее раскрывать, Варя. А другую раскрой сильнее, Наташа. И за треугольником сделай, как платочком, наверное. Нет, как платочком. Да, она длиннее просто будет и сюда уйдет. Поняла? Раскрой ее. Пот нет. Давай так, да. Главное, шкурку зацепи, чтобы она легла. Чтобы попу открыть. Я поняла. Попу открыла? Под попу. Шкурку наверх на хвост, а попу откроем. Открываем попу. Вот так. Так. Все, и просто ложи ее сюда. Потом я буду держать пока. Так, пока держу. Все. Все нормально. Так, а теперь давай этот самый. Вот здесь сделаем ободок. И знаешь, что было? И просто привяжем ее к ободку. Ту полосочку, которую мы попу открыли. Можно было там бинтиком, а не салфеткой, Наташа. Где? Под хвостиком. Под хвостиком. Может быть, не салфеткой. Ну, сейчас переменим. Давай, давай сделаем. Посмотрим. Ободок. Ага, сделай. Тихо, не сильно шумно. Вот так все. И сюда завязываем. Давай переменим тогда на бинт. Я тут думаю, что, наверное, или хрен с ним. Давай сейчас сделаем так. Наташа, подержи по секунду, я сейчас завяжу. Тут завяжу. Ну, ты раскрыл все там. Я не раскрыла. Подожди, Наташа, мы поправим сейчас. Вот так. А теперь ты поправляй. Сам а, нет, их тяжело. А теперь поправляй, а я потом поправлю. Давай я держу, а ты поправь. Что можно поправить? Ну, хотя бы вот так. Так? Все, пусть будет так. Так, придавливай вот этим. Придавила? Да. Под попой держится? Держится. Может, салфетку длиннее вот так сделаем под нее, под вот эту штуку, еще салфетку положим. Привязывай пока вот так, Валь. Так. Может, бинтом еще раз попробовать перемотать? Нет, я думаю, там нормально уже. Хотя просто он не двигается, пускай так будет. Теперь еще одну салфетку с мазью сверху, и тогда уже делаем крест-накрест, как трусики. Большим широким бинтом. Давай. Ну, давай попробуем. Еще сверху прям побольше мази. А зачем? Оно, мы сейчас сюда прям добавим, Валь. Вот да? Отсюда сейчас добавим и все. Добавим. И еще салфеткой прижмем. Ну, я и говорю, зачем трусики сделать. Салфетку. Сейчас туда добавим. С двух сторон. Ага. И сейчас еще мази разведем на лапку еще. Закрываем. Так. И с этой стороны. И хвостик, Наташ, надо. С этой стороны все хвостик. Хорошо. Тогда хвостик намазываем и обворачиваем его салфеткой тоже. Так. И прям на него вот хвостик, мешочек делай. Так вот. Нет. А как ты хотела? Шире, чтобы сюда достала. Треугольником так же сделай опять только. А, вот ну, так. Ага, все равно сейчас завязывать будем. Ложи, отлично. Да, все, ложи так. Хвостик подогнула под самый хвостик. Да, вот так. Да. Ну и все. Вот. Во, отлично. Так, теперь держу. Ага. И теперь давай еще бинтиком прихватим, как трусики. Или сделаем, знаешь что? Памперс, может, оденем просто. Памперс прижмет. Он и писать будет спокойно. Да. Давай лучше памперс тогда. Так, а где у нас памперс? Наверху где-то есть. Наташ, наверное, там, где эти попоны, нет? Валь, висели вот в этой сумке. Вот здесь висела сумка. Вытряхали в этот самый. А, вот она. Ага. Все, давай. Ну, вот сейчас памперсом оденем. Я думаю, это будет нормально. И он и прижмет как раз ту мазь. Дырочка нам не нужна, она не имеет значения. Вот так. Хвостик вот. Какой хвостик? Ну вот хвостик, он будет держаться на нем, Валь, с марлечкой, вот так вот. А больно ему не будет? Нет. Ну давай. Будет нормально все. Зато это все прижмется отлично. Под лапочку давай туда, раз. Докидываешь? Подожди, Валя. Маленький памперс, нет? Не, нормальный. Дитё большое. Наверное, побольше памперс нужен. Немножко неудобно. Маловато? Да нет, нормально, Валя. Сейчас. Зачем он? Делай всегда. Брось. Да, потом будешь рычать, детка, потом. Лепи куда-нибудь. Что он не держит? Ну, сейчас только власть еще возьмем. Нормально. Фиг может снять.
попробуем. Почему-то не леп, не липкий совсем. Тихо, деточка, должен лепиться, но почему-то не лепится. Нет, не снимается. Нет? Фигня какая-то. Красоты. Мы это вообще не без этого. У нас есть лейкопластырь? Давай. Давай, наверное, лейкопластырь еще. Потому что памперс надо удержать. Все, салфеточка в край. Там самый зайчик мой. Поднимай. Ага. Бампер сейчас. Ой, пеленку захотела. Так. На один раз. Должно хватить. Он же не сильно бегает у нас, он лежит. Ну да. Так, теперь ложим на бачок. Тихо. Этот убирай. Это все убирай. Все убирай, это все грязно. Да? У меня пинцет. Так, вот это убираем. Так, это убираем. Расстилаем новую пеленку. Наташа, новую пеленку подашь? Да, сейчас, секунду. Саш, подай пеленку. Сейчас, секунду. Да. Все, я сама, ты снимай. Наташа, подвинь. Не пройди. Все, Саш, нет. Ты не занимайся тем, чем ты занимаешься. Так. Салфетки. Держишь вот так еще. Где салфетки, Наташа? Сейчас возьму. За тебя. Давай. Я держу. Угу. Рана очень страшная. Саш, ты снимаешь со стороны руки. Вот так, обойди, солнышко. Свет. Хорошо, Зоя. Осторожно. Руку выводи, ничего не жалко. Осторожно. Лапа вообще страшная. Тише, деточка. Самая больная это была попа. Тихо. У него здесь все из одних кусков. Это все будет отрезаться. Здесь просто мазь наложить. Мы даже не трогаем. Нет, давай чуть-чуть прочистим. Наташ, нет, потому что оно все будет вот это срезаться полностью. Это мертвое. Сережа сказал, это не трогать. Только мазью закрыть, и чтобы оно не гноилось. Знаешь, остановить гниение. Зачем лишнюю боль ему починить? Это мы не трогаем. Видишь, оно все раздробленное, все из кусков. Просто побольше мази и все, по кругу. Вон, видишь, смотри, что здесь творится. Вижу. Под шкуру. Посильнее там. Фу. Подожди, Валя. Я шкурочку. Ага, вот так. Вот это да, вот это надо остановить. Это да. И с той стороны, даже под низом там. Нет, там шкурка на хорошо. Месте. Тогда ты чуть-чуть это. Приподними вот так вверх. Подожди. Папа. Все, ничего не делай. Тихо, дитё. Тихо, мое солнышко. Все, мой маленький. Все, мой. Сереж, иди с той стороны, держи. Я держу, держу. Наблюдаешь. Держишь. Так, хорошо. Тихо, детка. Тихо, тихо, малышка. Давай сразу салфетку уже закидывай, Наташа, а потом лучше мази добавим. Закидывай салфетку. Повыше салфетку. И лей. Давай я выгребу. Пальцем выгребай. Ну, сейчас выгребу. Давай, 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 держу. Господи, помоги. Тише, деточка, тише. Давай, бросай все. Закутывай.
Это ж здесь главное, чтобы под шкуру эту захватить повыше. Сейчас все захватим. Давай, наверное, делать, как я делала, через вот эту. Сначала вот так. Давай кто-нибудь один. Так неудобно будет, она соскочит. Валя. Сейчас я сделаю нормально. Вот тут шкурку еще вот тут закрыть. Вот, смотри. Закрывай. Подожди, сейчас все сделаем нормально. Что ты? Во. Тихо, деточка, тише. Я вчера одна пыталась, не получилось, Наташа. Ну, одной, конечно, куда тут одной? Одной никак. Поэтому только вдвоем передашь. Это что, у нас мазь потекла просто? Ну да, она тут немножко упала. Это нормально. Это мы на хвостик намажем. Терпи. Все будет хорошо, деточка. Все, мы золотые, все. Ну и завязывай куда-нибудь вверх. Все, вот видишь, из модели хорошо. И завязывай где-нибудь повыше, Наташа. Ага, зай. Сейчас завяжем, сейчас хватит. Сейчас все завяжем повыше. Да, вот тут такая повыше. Так, все, мой золотой, ты мальчик мой. Так, и капельницу сразу. Так, митрогил обязательно, антибиотик обязательно. Сереж, спасибо огромное. А нам еще другие перевязки. Сейчас, я поняла. Я ее начинаю капать, а вы другие перевязки сможете? Хорошо. Подожди. Держи. Так, как мне... Наташа, давай освободим место на вот этом столе. Я малыша переложу и буду его капать. А вам освобожу стол для перевязки. А мы так без стола. Без стола будем. Хорошо, ребята, спасибо. Давай двигать будем на место стол. Вот так вот. Чтобы тебе удобно было. Так. Все, Наташа, все вызвала. Тебе помочь? Все.